Найти и обезвредить. В четверг в областном центре прошли масштабные учения силовиков. Подразделения Росгвардии получили задачу отыскать в лесистой местности и обезвредить вооруженную группу преступников. Как после рассказали сами бойцы, отрепетировать и подготовиться к реальной зачистке территории нельзя. Можно лишь отработать некоторые моменты, но в бою все будет зависеть от численности отряда и особенностей местности. Если площадь небольшая, как в данном случае, да, в принципе, достаточно будет, ну я, сколько у нас участвовал, человек 50, чтобы вот этот квадрат, который мы сейчас зачищали, в принципе, пройти. Тут опять же зависит все от растительности, опять, как я уже сказал. Чем гуще растительность, тем уже, соответственно, интервал между людьми, соответственно, больше людей привлекается к выполнению задач. Зачистка местности происходит бесшумно, а сами бойцы в камуфляже практически невидимы на фоне деревьев. По легенде, один из бойцов Росгвардии подорвался на растяжке. Бронемобиль, приехавший эвакуировать его, также был атакован условным противником. Блокировать и уничтожить условных преступников удалось при помощи тяжелой техники. Пришлось задействовать еще БТР, все увидели, и отработали несколько сразу же задач. Это эвакуация раненых, плюс задействование бронетехники. В ходе спецоперации удалось также отработать совместные действия разных подразделений. На мой взгляд, это самое главное и самое важное. Все подразделения с разных силовых структур, конечно, у нас есть общие приказы, но все равно тактика и, как бы, можно сказать, почерк спецподразделений у каждого свой. И вот на таких учениях, на таких тактико-специальных занятиях мы стараемся привести все к одному знаменателю. Общий знаменатель найти удалось. Условная спецоперация получила положительную оценку. Над каждым, даже минимальным недочетом, будут работать. В реальной спецоперации их допускать нельзя. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.